В Мурманске продолжается реконструкция библиотек. Их ремонтируют и переоборудуют, превращая в настоящие интеллект-центры. Они, в свою очередь, становятся центрами культурной жизни мурманчан. Это доказывает статистика. За год количество посещений библиотек жителями города возросло на 50 тысяч. Сегодня библиотеки не просто хранилища книг. Они предоставляют и много других услуг. В них можно собраться с друзьями, поиграть в настольные игры или заняться рукоделием. Для малышей проводятся праздники и другие интересные мероприятия. Для пожилых людей – вечера встреч, курсы обучения компьютерной грамоте и многое другое. Городские библиотеки продолжают реконструировать и превращать в интеллект-центры. Порядка 24 библиотек у нас полностью отремонтированы. Чуть-чуть где-то поменьше отремонтировано детских библиотек, а взрослые практически у нас ремонты все закончены, и мы планируем на следующий год прийти к ремонту. Это библиотека филиал номер 8 на улице Светлого, где мы также планируем капитальный ремонт. В филиале номер 6 Центральной городской библиотеки ремонт завершился уже давно. Теперь здесь помимо полок с книгами компьютерные залы. В библиотеке можно сделать ксерокопию или скачать необходимую информацию на цифровой носитель. Ребята приходят сюда не только за книгами, но и за общением. Здесь же проводят свободные дни. Под контролем сотрудников библиотеки организован творческий кружок. Здесь на мастер-классах читатели учатся самостоятельно создавать различные украшения. Тренд этого года – столетие Мурманска. На этих мастер-классах много инициатива по украшению или то, что будет арт-объектом, исходит именно от самих читателей. То, как они видят наш город, то, что они считают его достопримечательностью, сильной стороной, то есть, или то, как они хотят видеть наш город. Например, 8 числа у нас будет мастер-класс. Мы будем создавать гранд-макет города Мурманска из бумаги. Дети клеят города и будем размещать их на карте нашего микрорайона. Причем это будет немножко, наверное, даже как микрорайон будущего, таким, как наши дети хотели бы его видеть. Таких библиотек становится все больше. Сейчас, например, ведутся работы в филиале номер 2 детской городской библиотеки на улице Лобова. Она имеет особый статус библиотеки семейного чтения и востребована среди детей микрорайона Роста. Также продолжается ремонт Центральной городской библиотеки Мурманска.